Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала «Жизнь фермера в Сибири», и я рад приветствовать абсолютно каждого на своем канале. Вчера вы были без видео, сегодня снимаю для вас, так сказать, все новости за два дня. Вот, сегодня мы вывозим навоз, который накопился у нас за зиму за сараем, очищаем территорию, уже везде убрали, осталось только ту территорию убрать. Сегодня мы вывели, господи, Агату на улицу, она у нас теперь пасется на привязи дома. Девки у нас пошли в стадо, вчера стадо наконец-то выгнали. Вот, ромашка у нас уже начала доиться доильным аппаратом, сумасшедшая тёлка. Но обо всем этом вы увидите дальше в ролике, приятного просмотра. Так, тут у нас место пустое теперь получается. Я уже думаю, что нужно сюда оставшихся гусей садить на яйца. Потому что они там сгоняют друг друга с гнезд, дела не будет. Надо поставить какие-то гнезда им, и пусть они здесь тусуются, на ночь их загонять, привыкнут. Вот, пойдемте, я вам Агату на привязи покажу. В общем, вот мадама наша стоит. Травка есть зелененькая, там вон побольше травки. Вот, потихонечку здесь она обвыкается. Специально коротенькую веревку сделал, чтобы она не бегала, иначе она себе шею переломит. На веревке она никогда не стояла, это для нее что-то новое. Вот, травка есть уже, ущипнуть есть что. Пусть пасется. Солнышко, зеленая травка, она быстренько поднимется. Плюс дробленку она хорошо кушает. Так что пасется. Грязненькая немножко, но сейчас на солнышке она быстренько отойдет. Агата, иди. Боишься, медведь. Травку кушай зелененькую. Давай так. Оп, распробуй. Ты веревку грызешь? Веревку не надо. На этой веревке рябина или ромашка стояла. Вот. На ночь, наверное, буду заводить. Да не наверное, а скорее всего буду заводить. Не хочу оставлять пока. Вот такая красотка. Там мы всю территорию убрали уже, все выгребли, вымели чистенько. Вот здесь остался пятачок, но сегодня здесь все повывозят, что лишнее, мусор. Вот, и потом туда до самого озера вычистим. Сегодня вот начали уже навоз вывозить, трактор уже первый рейс повез. Вот, вывезет здесь, все подсоскребаем, будет очень чистенько, аккуратненько. Ну, будет ляпота. А так за зиму накопилось, конечно. Ой-ой-ой. Ну что, дорогие друзья, эти опять морковки смылись из стада. На другой стороне деревни увидел их. Вот, гоню домой. Ромашка идет, рябина идет сзади, где-то полезла в кусты. Но хорошо то, что они друг от друга вообще никуда не уходят. Вот я сейчас ромашку гоню домой, а рябина сейчас вылетит из кустов и будет орать. Кричать, где ромашка? Вон она, пожалуйста. Уже прется. Вот, сейчас пригоним. Мама пошла за коровами, а я за этими двумя морковками. Надо их как-то приучать, чтобы ходили вместе, но не получается. Наверное, после обеда, если убегут из стада, то придется их гнать обратно и с ними там до вечера сидеть. Вот такие дела. Вон она. Бежит. Сегодня у нас брали кровь у коров, им повесили бирки на уши, теперь они ходят с сережками у нас. У этой желто-розовая, вот у кого розовая, а нет, тоже желто-розовая. Короче, все, теперь они с бирками, как настоящие коровы. Thank you.
здесь поток сойдет. Пока поспешишь. Вы же не видели, да, обсохшего гаврюшика? Вот он какой гаврюсик этот. Гаврюсик такой хороший. Хороший такой. Такой добренький. Я у него тут залез в клетки почистить. Чуть разбудил его. Спит и спит. Говорю, вставай, давай, дитё, будем убираться у тебя. Встал. Жопа такая маленькая. Зёпа маленькая такая. Прикольный. Спи. У этих товарищей поменял подстилку, повычищал все. Через день чистим. У них так сыро, это жесть просто. Они все тут дуреют. Только камеру включил, они все сразу успокоились. Даже Гаврюша тут носится. Эти попрыгун. Он вчера очень крепко спал, я думал, что он умер. Я его на руках тормошил, он вообще, шея вялая. Маме говорю, звони ветеринару, пусть приходит, смотрит. Пока я сбегал в дом, прихожу, он уже лежит нормально. Потом ветеринар пришел, он давай скакать. Я говорю, ну ты бестолочь, перепугал меня. Эти тоже тут носятся. Тюраконы, блин. Тюраконы. Иди отсюда, дай мне... Дверь тебе сделать, иди отсюда. Ой, ты, блядь. Ой, ты, иди отсюда, говорю. Иди. Иди отсюда. Да иди ты отсюда, а. Ты смотри, какой он. Иди отсюда, а. Гаврюша. 3 дня от роду, он уже бодаться лезет. Иди, говорю, отсюда. Ты смотри, какой бычок. Да ты что, блин. Я тебя сейчас... Ты что? Вот. Бестолочь, блин. Иди отсюда. Будем пытаться. Пытаться будем с Гаврюсой. Скажи, на следующий год со мной пободайся. Иди отсюда. Ах ты, говнюк. Чуть-чуть. Я тебя сейчас вот так возьму. Опа. Ага, потерялся в пространстве. Все, успокоился? Нифига он не успокоился. Иди отсюда. Все, успокаивайся. Все. Поиграли, хватит. Иди, говорю, отсюда. Че ты нос засунул под куртку? Замерз, что ли? Замерз нос? Нос замерз? Ты иди, все, дай мне клетку сделать, а? Все, иди, иди поспи. Иди поспи, говорю. Иди спи. Я твоей мамке расскажу, что ты балуешься, понял? Она тебе по жопе даст. Массажик давай сделаем.